Самородки якутской школы балета. Именно так назвали воспитанников и выпускников Якутского хореографического колледжа жюри международных конкурсов. Юные танцоры Якутии выступили удачно в международном балетном конкурсе «Ваганова» и «Гран-при при Сибири», а также во всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов. Воспитанники колледжа Никита Рогов и Анастасия Платонова стали дипломантами, а в младшей группе дипломантом стал Айтал Ефимов, ныне представляющий Московскую академию хореографии. Звезда якутской школы балета Сырел Афанасьев, сейчас он является артистом музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, получил золотую медаль. А в международном конкурсе «Гран-при Сибири» серебряной медали удостоилась Анастасия Платонова. Целое ожерелье успехов получается нашего колледжа. Это большая работа, которая организована была и Натальей Семеновной. Работа шла не многие годы, ну и которая сейчас вот приносит свои плоды. Выпускник, ученик Натальи Семеновны Посельской, наша гордость Сырел Афанасьев, представлявший сейчас театр Московский Немировича Данченко, победил, завоевал золотую медаль. Мы очень рады за успехи наших и выпускников, и студентов.